А здравствуйте, люди, здравствуйте, нелюди. С вами снова я. Не первый, но и не последний московский видеоблогер. И вы находитесь на канале «Московский обжора». Ребятушки, это долгожданный вечерний обжор. Обжорище. Сейчас, мои хорошие, 15 минут 11 вечера или ночи. Ну, короче, вечерний обжорище. Все, ребятушки. А знаете, что я сегодня жрать буду, мои хорошие? Я только что приготовила для вас специально. Я такое еще впервые делаю на своем канале, ребятушки. Я поджарила вот такую вот замечательную колбасу микояновскую. Да-да, называется колбаса вареная, русская, традиционная, со шпиком. Вот, она очень жирная, зараза. И вот я ее с двух сторон на сковородке поджарила. Она такая получилась. Аппетитная, поджаристая такая корочка, румяная. Видите, ребята, жареная колбаска. А знаете, с чем? С яйцами, с куриными яичками, с окскими. Яйца такие есть, окские. Вот, вообще, от молодочек. И вот, посмотрите, тема получилась. Жареная колбаска с яичком. Я это все дело залил. Я не стал делать эту самую глазунью. Не стал. Говорят, что вредно. Я сделал болтушку. Вот, болтовню сделал. Посолил все это дело. А чтобы это дело еще было вкуснее, знаете, мои хорошие, с чем я это дело буду употреблять? Вот с такой вот горчицей. Горчица, заметьте, обратите внимание, называется острая. Вот, она уже у меня в холодильнике. Очень давно стоит, я все как-то про нее, кто забываю, кто думаю, да ну ее нафиг, еще бы жалко, блин, у меня нету этого хрена, с хренком хорошо, вот, да еще бы со свеклой купить, вот такая вот горчица, красная цена, она это очень острая горчица, острая, очень давно она у меня валяется в холодильнике, и вот сегодня настал ее час. И вот с таким вот кетчупом. У меня, кстати, в холодильнике таких целых 3 пачки. Кетчуп Махеев, вот Лечо. И еще целая бутылка, в которой 1 килограмм. А кетчуп называется Мистер Рика. Он у меня там стоит. Он вообще годен аж до 2020 года. Но я вот решил кетчуп вот такой вот Махеев сегодня открыть. Вот. Я его тоже в Ашане покупал. Покупала я по акции, ребятушки, по акции я покупала вот такой вот кетчуп. Так-то он тоже, в принципе, дорогой. И вот я именно Лечо купил, такой он, это вкусный. Ну, посмотрите, какая получилась эта шняга, вкусняшка. Вы только посмотрите, ребята, вы только посмотрите, какая лепота получилась. У меня слюнки текут. Вы только посмотрите, вообще это просто тема. Тема, вы посмотрите, ребята, какая замечательная колбаска получилась. Какая замечательная колбаска румяная, русская, традиционная, микояновская. И вот один кусочек хлебушка там. Ну все, хватит, ребята, хватит болтать. Давайте приступим к трапезе. Все, дегустация, обжор, обжорище. Вечерний на канале «Московский обжор» начинается. Все, сейчас я буду жрать и вас дразнить. А с мазиком не буду. Я думаю, мазик ни к чему здесь. Вот, ребятушки, вот такая вот лепота получилась. Давайте за ваше здоровье. Сейчас я буду наслаждаться. Все еще такой горячий, такое все смачное. О, а на улице мороз, идет снег, ветер, а дома хорошо, тепло, уютно. Вот, поэтому присоединяйтесь. Вы тоже можете смотреть меня и со мной вместе жрать. Так, а что это, интересно, вы делаете у меня здесь поздним вечером на кухне? Вы что, хотите кушать? Вы кушать хотите, да? Вы кушать хотите? Нет, здесь не кушать сают, здесь только жрут, здесь едят. Едят, это просто по-русски жрут. Едят, а кушают дети, маленькие дети, в детском садике, в ясельках, или на худой конец кушают в ресторане, а на канале «Московский обжор» жрут, едят, только жрут и едят правильную русскую пищу, без всяких наворотов, без всяких
лишних, излишних сервировок, все по-простому, все как есть, без всяких дублей и без всяких переукрашиваний. Поэтому вот, поэтому... Ох, я буду сейчас... Ой, а давайте горчицу-то мы с вами откроем. Чего же я забыл это горчицу открыть? Ох, сейчас будет взрыв. О, слышали хлопок такой небольшой? О, как это? О, нашатырный спирт. В нос бьет, потому что у нее характер, как и у меня, железный русский характер. Горчица настоящая должна быть острая. Хотя бывает нежная, нежная бывает, нежная. Но нежную горчицу любят в основном эти девочки, девушки молодые такие, нежные. Вот. Или мужчины такие, не мужчины, а я мужик, настоящий русский мужик. Вот. Я вот люблю горчицу с русским характером. Вот. Ну давайте, ребята, хватит болтать. Вот у меня над душой здесь кетчуп стоит, как-то это мешается, он, зараза, мешается. Пусть там в угле стоит. Вот. Ну давайте, с Богом, все, хватит шутить, поехали, ладно. Вот, с пеночками вы любите, когда яйца поджаришь, чтобы с пеночками, вот я люблю с пеночками, вот с пеночками, я очень люблю с пеночками. Видите, какая красота получилась, как будто пицца итальянская, вот, на внешний вид. Ой, а вкусно? Яйца окские очень вкусные, от этих, от молодых они. Блин, ой, вилка упала, я весь горчицей испачкался, бляха-муха, вилка упала на пол, это что за знак, говорят, не то мужик, не то баба, да, придет, или это если ложка, а у меня вилка упала, ой, блин, я все портки измазал, а, горчицей, а можно подумать, как будто какашкой, вот кто не знает, подумает, что, блин, я только треники, только футболку постирала, вся измазалась. Ох-хо-хо-хо-хо. Вот так вот. Поэтому говорят, когда я ем, я глух и нем. А вам как же? Вам надо трэш. Вам трэш нужен. Артхаус. И вот такие вот вещи происходят на моем канале очень часто. Московские обжоры называются. Поэтому все самое интересное впереди. Подписывайтесь, и будет вам счастье. Вам это все бесплатно, а мне приятно. Жареная колбаска, ребята, просто тема. Да еще с кетчупом. Сказка, это чили, не чили, это лечи. Такой сладкий кетчуп с болгарским перчиком. Блин, только футболку выстирала. И вот уже пятнышко, ну ничего. Машинка есть стиральная, потом брошу. Только когда стирать будете футболку свою, если у вас есть такой вот модный фирменный, а стильный принт, как у меня, я вам даю совет, вы ее обязательно, прежде чем стирать, выверните наизнанку, вот, вовнутрь эту картинку, вовнутрь выверните, вот, и стирайте где-то при 40 градусов, не больше, вот. Трусы мужские лучше стирать при 30 градусах, в 30, а вот футболку 40 достаточно, только не больше. Обожаю жареную колбаску. Ой, как же вкусно, посмотрите, ребята, пеночки, все так смачно поджарено, здорово, да, вообще сказка. Горчичка. Еще бы сюда бы хренкуба, да, не помешало бы, да, хренкуба. Была бы тема. Эти оливки можно добавить, оливки. Маслины. Раньше я их терпеть не мог, а потом с годами понял. Какой же я был раньше в молодости, в детстве дурак. Не любил я раньше их. Ни оливки, ни маслины. А знаете почему? Да потому что я их не просто вкус не знал, вот, а когда потом с годами уже повзрослел и попробовал, мне они очень понравились. Они очень вкусные, оливки и маслины. Я раньше фасоль никогда не ел, не любил.
Горошек зеленый тоже не любил. А потом с годами, видите, оказывается, у нас вкусы с вами меняются. Вот. Вкусы меняются. Цвета, наверное, тоже. Вот. Видите, ребята, когда очень вкусно, у меня всегда начинает чесаться нос. Всегда чешется. Так, давайте я камеру. Ой, если испачкался. Так, опущу камеру вот так вот, чтобы вы видели мою пищу. Пищу мою видели божественную. Вот, давайте вот так вот немножечко хотя покушаем с вами. Вот, вот так вот. Ой. Тема. Жареная колбаса. Тема. А вы любите жареную колбасу? Пишите под этим видео. Я еще люблю по утрам колбасу вареную со шпигом, с жиром, с двух сторон поджарить. Ну и без жира тоже. С двух сторон как следует поджарить до румяной корочки. Потом взять белый хлеб, отрезать и намазать его сливочным маслом или спредом. И вот когда немножко колбаса эта остынет, совсем немножко, ее сверху положить на масло. И она, масло начинает таять. И вот я люблю это дело кушать с этим, с кофе. Кофе запивать по утрам. Многие скажут, что это очень вредная еда. Не спорю, но в меру все полезно. Вот. Поэтому в меру все можно. Давайте еще хлебушка отрежем беленького, да? Уже 11 час ночи или вечера, как правильно? Давайте вечера. Вечерний будет обжорище, вот вечерний. Вот. Так что, кто хочет, чтобы я раскрыл тайну урчания голубей, пожалуйста, пишите мне, и я для вас за вознаграждение обязательно сделаю даже отдельное видео, запишу отдельное видео, посвящу этому видео отдельное, выделю время и сделаю вот это, на эту тему, покажу своего голубя. Вот, дрессированный у меня голубь, очень умный, ему уже больше 10 лет. Вот, поэтому я его это покупал на птичьем рынке. Вот, молодого. Правда, голубь у меня очень это бойный, такой бойцовый. Дерется, клюется, он нападает. Знаете, как за мной по квартире бегает. Я серьезно говорю. Когда я его выпущу из клетки, он там на меня нападает. Такой дерется, кусается, клюется. А так очень умный, дрессированный. Поэтому, кто хочет, чтобы я вам его показал, вот, за вознаграждение, кто сколько может, мне копеечкой меня побалуйте. Это мне на развитие дальнейшее моего канала. Да, у меня тоже уже сковородка, кстати, одна стала уже плохо как бы работать, и пища уже к ней прилипает. Поэтому, кто может сколько, кто сколько может, помогите мне вот на сковородочку. А то не помешало бы, да, сковородочку новую купить. И вот кто мне поможет, на мой Яндекс кошелек, реквизиты есть в описании моего канала. И я это хотел бы, конечно, за вас бы счет бы, я бы купил бы сковородку бы себе нормальную. А то у меня что-то прилипать все стало. И вот, кто мне поможет, я обязательно сделаю тоже отдельное видео. Сниму эту сковородку, покажу. И обязательно поблагодарю того человека, кто мне донат это самое сделает на сковородку. Я это сделаю для вас видео. Привет вам передам персонально. Поэтому все в ваших руках. Пишите свои эти идеи, предлагайте под этим видео. А вы, кроме оскорблений, больше ничего не можете.
Поэтому, если есть люди такие, богатые, добрые, среднестатистические, вот как я не бедный и не богатый, а как большинство из вас, среднестатистически. Поэтому а то вот уже к моей сковородке колбаска стала прилипать. Видите как? Поэтому если у вас есть совесть, вот помогите мне московскому обжоре купить сковородку, хорошую сковородку. Не каждый день там за 200 рублей, а какую-нибудь тефалевскую, ну не, они дорогие, больше 1000 стоят. Поэтому пишите, какую вы мне посоветуете сковородку купить для обжоров, чтобы я мог это полноценно жарить на них что-то и для вас это обжоры снимать. Какую сковородку мне купить посоветуете, чтобы была и недорогая, и хорошая. Можно купить дорогую, она будет плохая. Можно купить дешевую, она тоже будет плохая. Можно купить среднюю, она будет хорошая. Поэтому пишите. Да, от вас разве дождешься? От вас, кроме гадостей, ничего больше не дождешься. Что-то мне на зуб попала какая-то косточка, что ли. Ой, из колбасы. Очень, да, вкусно, с кетчупом. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал. Не забывайте про колокольчик, это оповещение. Лайки ставьте, дизлайки. Комментируйте мои видео. Делитесь моими видео в ваших социальных сетях. Здоровья вам, блага, здравия, удачи. Всего самого лучшего. Крепкого сибирского здоровья. Не болейте, не хворайте. Занимайтесь больше спортом. Гуляйте, отдыхайте, работайте. Учеба, труд, отдых. Кто меня смотрит, если есть такие блогеры, видеоблогеры, вот типа меня, вот московского обжорщика, поэтому кто если хочет, я могу вам такую инициативу предложить для того, чтобы мы могли с вами снимать совместные видео, ну короче, коллаборацию, если кто хочет со мной сделать, поэтому я есть такое, я могу тоже такое от вас предложение, в принципе, рассмотреть, поэтому пишите, но только мы должны с вами, как бы это... совпадать с мнениями, то есть, чтобы не было никаких там этих споров, я еще должен с вами, наши должны с вами характеры потом будут тоже притереться, как поршень, как головка поршня к цилиндру притирается, да, какое-то время долгое, вот, чтобы там не было ни люфтов, ни зазоров, ничего, так вот и мы тоже должны с вами будем характерами, как бы, притереться, а не так просто. Чтобы мы были одного мышления с вами. Чтобы вы не были умнее меня, или чтобы я не был умнее вас. Чтобы мы были одинаковые хотя бы. Ну, такое, конечно, таких людей трудно найти. Ну, все в ваших руках. И тогда бы, конечно, и вам было бы выгодно со мной бы дружить и видео снимать, да? И мне было бы хорошо бы для разнообразия. А то что, я здесь сижу все время один на кухне. Я уже давно об этом думаю, но, конечно, таких людей трудно найти.
и единомышленников. Очень много неадекватных, конечно. Вот жаль, конечно, что Геннадий Горин... Кстати, Геннадий Горин, я тебе передаю привет. Привет тебе воздушный передаю. Благо, здравия, удачи. Воздушно тебе персональный привет я передаю от московского обжоры, от московского обжорщика Сергея Резникова из Москвы. Привет тебе передаю, Геннадий Горин из города Орла. Вот. Благо тебе, здравия, удачи. Руслану Гительману я тоже привет передаю. Благо, здравия, удачи тебе. Владу Савельеву тоже я привет передаю. Благо, здравия, удачи тебе. И всем моим подписчикам, верным друзьям, фанатам моим, кто мне все время лайки ставит, кто меня поддерживает. Я вам тоже все мои хорошие передаю воздушный привет персональный. Это самое. Желаю вам крепкого сибирского здоровья. Вот, вот жил бы этот Геннадий Горин бы в Москве бы здесь бы, то я бы с ним, конечно, бы обязательно бы познакомился бы, и мы бы с ним бы снимали бы эти всякие бы ролики бы смешные, да, было бы неплохо, и ему было бы хорошо бы, веселее бы, и мне бы тоже, потому что я очень хороший психолог, я очень это люблю общаться, но только с единомышленниками, чтобы точно такие же были, хотя бы это совпадали наши мнения, а чтобы это не было никаких противоречий всяких, это нет, такое не приветствуется. У меня тоже характер непростой, я сразу хочу сказать. Я такое-то никогда никому не буду, в принципе, лизать задницу. Ну, не такой вот характер у меня. Поэтому мы должны как бы быть одинаковыми. Хотя бы хоть там, я не знаю, немножко. Ой, очень было вкусно. Я объелся, ой. Объелся, наелся. Все, в принципе, не забывайте еще раз подписываться на мой канал. Впереди вас ждет очень много интересных всяких фишек. Все, пока. Было очень вкусно. Ставлю пятерочку, кстати, с плюсом. Колбаска вкусная получилась, жареная. Вот это самое, с яичком, вот с кетчупом и с горчичкой. Посолил маленько вообще все это на растительном масле. Все, просто песня. Пока, все, ребята, было очень вкусно. Пятерку ставлю с плюсом.